Здравствуйте, это канал Максимадзе, со мной играет Лёха и Альмир. Привет. Короче говоря, это такой вот предновогодний выпуск по CSGO. И сегодня мы будем наиграть на зимних картах, которые более к Новому году подходят. Ну вот, кстати, вот эта вот карта не очень-то к Новому году подходит, но тем не менее, давайте сыграем, после нее выберем другую. Соревновательный режим короткая. Кстати говоря, тут подписчик один писал, что хочет, чтобы... Спрашивал, можно ли ему с нами в CS играть. Я сказал ему, ну да, можно, добавляй свои данные. Вот я сегодня ему написал, блин, надо было ему раньше писать. Он не ответил и, короче, извини, чувак, в следующий раз. Когда я тебе писал, ты, к сожалению, был не в сети и не ответил. Никаких аватарок особенных не будет. У меня обычная новогодняя аватарка будет. С новогодним логотипом. У меня, кстати, задний фон мигает, как видите, потому что у меня в комнате гирлянда мигающая. Пригласите... Чего? Так, продолжаем. У Лёхи, короче... Лёха случайно ВК закрыл, пришлось переделывать звонок. Технический перерыв. Коротенький, да. Альмир в этот раз снова решил не записывать для своего канала. И похоже, что ему очень лень. Ну да ладно. Ой, блин. Там Максим слева. Я тут еще... О, Максимат за спины. Так это ты мне подарил вообще-то, забыл что ли? Ну вот, это же. Да. Я просто впервые вижу. Ну, в принципе, мне... Скины-то, конечно, круто, но я не вижу в них никакого смысла. Кроме разве что красоты. Привет. Hello. Ну и не каждый скин выглядит красиво. Вот те... Вот те, которые просто... На которых просто какие-то рисунки нарисованы, и они не разукрашены ни в какой цвет. Это мне не очень нравится. Это то же самое, что татуировки на человеке. Ой, блин, откуда? Ё-моё. А, да что ж такое, блин, я... Это я всегда нахуй стреляю. А, да? Ну я и сам-то все равно. Ну и я сам все равно фигово стреляю. Все время, блин. Легчайший, сказал он. С матом. Так, посмотрим, что у нас тут. С улицы, что ли? Я туда, наверное, пойду. Ай, да блин, вот не заметил я его вообще. Я его краем глаз заметил вообще. Я не думал, что он такой мощный. Ой, господи, аватарка-то какая у одного, у этого чувака, за которым я смотрю, Тиллер Наркс, блин. О, этот Тиллер Наркс зато какой мощный. Конечно же, я на последнем месте, я так и думал. Не, вообще один килл, все. Ура! Отведали силушки скорострельные. Вау. Разбитое стекло у нас дает. Так, по 90 я возьму. Я тоже хотел.
спецназа спартанец покидает этот матч и получает 7 дней блокировки. Что ж, ну, наш враг, так что нам лучше. За дезертирство нам приходится отвечать. Да, возьми, а я буду тут стоять. Так. Ой, ты что стреляешь по мне, чудик? Просто. Дебил, что он стреляет? Алло, ты зачем меня стреляешь? А? Он не русский, он не русский. Speak English. Окей, okay. Why you shoot on me? I didn't shoot you, I shot the floor. Don't shoot me. У нас редко довольно-таки бывают не русские в подборках. Обычно я вообще никого ни разу не убил, блин. Я вообще всего убил. Но у нас на победу шансов больше, потому что врагов всего 4, а нас 5. Ну, а вдруг они четвером достаточно. У Альмира, кстати, аватарка в честь этого... чемпионата мира по футболу. Да, аватарка у меня давно не стоит. А. У меня тоже только в этом фулл экране. А. Кстати, да, ребят. Аргентина. Аргентина выиграла. Да. Против французов. Французов, фанаты которые просто там в город валили. Какое счастье. Я только продал, просто. А хоть ринг сделал. Какое счастье. Зло никогда не победит. Лёх, сам за кого был, за Аргентину или за Францию? Ты думаешь, он смотрел? Ну что, смотрел. А, смотрел? Я не смотрел. А кто не смотрел? Я смотрел весь матч. Вот 13 лет, это был самый напряженный матч, который я когда-либо смотрел. Максим, наверное, Максим. Ну, мне не до этого как-то было, если честно. Просто я даже не знал, наверное. Какой-то момент. Может и нет. Он даже Илон Маск был. На... Нет, я Максиму, я сказал, за день, по-моему, типа завтра финал будет, я буду смотреть. Альмир мне много раз говорил, но мне это не очень-то интересно было. Сори, сори. Как минимум из-за того, что там нет России. О. Была бы там Россия, мне было бы более интересно. России бы не было. Хотя Россия... Хотя Россия... Потому что она бы не выиграла. Хотя Россия, ну, во-первых, слабая. Слабая всегда была в футболе. Слабая. Выигрывала, конечно, но довольно редко. Блин! Извини. А, это что ж такое? Но мы все-таки победили опять. Никого чё, не я так... говорю, хочешь прикол? Я еще кого-то убил. Че прикол? А, такой прикол. У нас снег на улице так блестит серебром, как будто это серебро, которое повезет по Францию сборная А. Что, блин? Понял. А, типа, он за второе место, занял, типа. Да, и там одни метры. Так, кстати, так не, зачем там Гризман нужен, белый, что тут там есть? Он по игру почти. В Аргентине, кстати, заметь, ни одного чернокожего нет. Ну, это, в принципе, значения большого не имеет. Какого человека цвета? Да, мне тут-то мемом
О, отведал силушки скорострельной. В слепоте. Дорогие клипер, хороший. Чего? Я затащил, он говорит, куда батут. Ну, мне, я не смотрел, в общем, мне было не до футбола, во-первых, а во-вторых, я просто надеялся, что Аргентина победит. Все. В принципе, честно сказать, кто бы не победил, я бы не расстроился. Блин, я надо было деньги поставить. Аргентину? Угу. Деньги. Я за день до матча думал попробовать поставить. 1020. Не, я бы не рискнул. А вдруг Франция бы выиграла, я не знаю. Ну, было бы вкусно. Я в таких вещах не рискую. Хотя Лёха как-то рискнул. И выиграл. Жопа. Он сказал жопа. Именно. Баба. Будущее. Нужно мастерить. Правда, по-прежнему готовит. Ой, господи, я думал, что это наша, это, оказывается, враг, я забыл, что мы поменяли с время. Блин, у меня такая возможность была сейчас его убить, а. Давай, бей его, бей! Не, а, ну, не успел, не успел. Он зашел в линию. Один должен остаться, может остаться. Наконец заложников, чтобы забрали. А мы нифига заложников не таскали тогда. Я зачем? Я одного тащил. А, тащил? Только, ну, по-моему, да. Ты не дошел. Ты тащил почти, потому убил в самом конце. Да. Классно, убил он его сейчас. Ответы как... Блин. Форм один остался. Тиллернакс. Прекрасно. Да, тоже мне друзья стреляют друг по другу, блин. Не по приколу делают. Тут как бы хп дамаг тогда до вас носится вроде бы. О, он же тебя не убил. Да. Если бы убил, ты потерял все оружие. Да, но все-таки в реальной жизни так точно делать не надо. Ну, понятно. А, тут нигде нету прохода. Так, тут какой-то... Ай-яй-яй-яй-яй, как он вертится, а я его убил. Отлично. У него оружие отлетело, только хрен знает куда. А, короткое точно. Да, и короче, сейчас, если мы выиграем, то будет... А, не сдались, не сдались. А, все, отлично. Сдались. Давайте какую-нибудь... Вот Симат за твои права были... Кем стоит? Так, сейчас. Ой, нифига тебе, подарок дали. А, наук, наемник. Да. Новогодний, кстати, есть какой-нибудь фон? Смотрите, что я вам скину. Фанаты сборной. А, я видел, эти модельки делали. Я не могу сейчас посмотреть. У меня телефон снимает вебку. Это сегодня одна группа показывал. Так. Какую бы нам карту выбрать? Вообще новогодних, что ли, нет? Хорошо сделали, да, идем? Обычно просто наложили моды на игру и все. После смены скины. А. Даже крови нет.
эффект Бродвуда Форте выпитан, не крутить, если я не ошибаюсь. Капец, вообще нет новогодних карт. Ну конечно, тоже очень жесткая игра. Я сейчас, кстати, будто в Рагнарёк прохожу. Нет, в смысле, я уже прошел, но... Ну, нет, четвертая, пятая часть такая, не очень хорошая. Давай, вот. Давай, выбирай карту следующую. Третья, вторая и первая, вот они прям очень хорошие. Так. Это, Лёху пригласи. Я думал, что Лёха будет выбирать, но... Только, честно говоря, я не знаю, что выбирать, потому что... Беда, новогодних карт нет вообще. Ни в каком режиме нет новогодних карт. В прошлом году были. В этом нету. И что же нам выбирать? Так. У нас вот так. А что, туда сложно было билеты бы купить? Давайте это. В Катар? Мира. В Катар там один билет 100 тысяч стоит. Если обычный билет? Да. Это как раз из того, чемпионат мира шел. Давайте бодаться, погнали в бой насприт. 100 тысяч? Да, мы с другом смотрели. Опять офис? Рублей. Да, 100 тысяч рублей. Зато другой режим. Ух, я уж подумал долларов. Что, все равно как-то дорого. Да, в Катар. Я, короче, мне знакомый говорит, типа... Одни боты, блин. Чемпионат мира, там билет 100 тысяч, ну, подорожали. А когда чемпионат мира не был, там стоило порядка 30 тысяч билетов. А сейчас, когда чемпионат мира шел, подорожали. А, блин. А что за режим, напомни? Бой насмерть. Давайте попадаемся. О, я не могу попадаться. 3 секунды. Только что-то... Да, я... А, все? Еще раз тогда. И тут одни боты, кстати, были. Милития жмякайте. Милитию нажимайте. Это новогодняя карта. Ух ты, откуда она тут? Давайте, милитию. Нет, пожалуйста, блин. Альмир, ты нажал на что-нибудь? Я вообще вышел. В смысле ты вышел? Зачем? Блин. Нет. Выходим. Надо было милицию убирать. Да. Там было 3 на 3. Ну, а даже если бы ты выбрал... Бой насмерть, давай еще раз. Сейчас, стой. Да. Тут жалко, нельзя в бою насмерть выбрать свою собственную карту. Бой насмерть, я говорю. Лёха, бой насмерть убирай. Так, да, вот освобождение заложников. В группу ходят Agency, Militia, Office, Italy, Assault. Выбираем ее, давай. Будем надеяться, что выпадет Militia. Её же нету. А. Вот здесь есть, а почему-то в обычных режимах почему-то... Опять нет Italy всё-таки. Я уже игра грузит. Ладно, короче, ребята, давайте мы не будем включать карту Италии в видео, мы это пропустим, и уже когда на милить попадем, тогда продолжим записывать паузы. Отлично, после Италии следующая же карта выпала как раз таки ту, которую мы хотели, милития. Нам очень повезло. Почти все проголосовали за нее, я там еще сказал в голосовании, пожалуйста, за Милидию, и все проголосовали за нее. Очень-очень повезло, что нам выпала Эдегарда. О, Леха, какой ты неожиданный. Мира убил голову через стену. Hello, motherfucker. Да красавчик. No, you, motherfucker. Ты, motherfucker, он же ничего не писал. Я в голосовом чате оставил.
Меня в голосовом чате оскорбили, я не видел. Просто сказал только что, ну, you motherfucker, я подумал, что тебя оскорбил, что ли? Ну, что-то там сказал, от кого-то там сказал motherfucker, я тоже сказал. Да, не знаю зря. А, так, отведай-ка силушки скорострельные. Дэн, ты сейчас там чего? Ай, не дали Лёху замочить, блин. Ой, я с по 90 сразу спавнился. Так, так, Лёха все еще здесь? Или нет? Лёха здесь? Нет, не здесь. Уже не в этом месте его. Успели замочить. Отведай-ка зида, блин. Блин, я чуть не убили. Лёха на третьем месте? Серьезно? Я на последнем, блин. Ну не... Какой ты последний? Ты выше меня. Ты был на последнем. А. Я? О, хорош. Нормально, напугал. Блин, немножко FPS проседает еще. Лёха, дай... Что ж ты... Примир, от тебя я еще кого-то убил. А, блин, и... Перезарядка, там... скорее, 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 давай, 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 давай. Отлично. Вау, не ожидал его тут увидеть. Так, же немного туда, да? Ой, мне показалось, тут рядом кто-то был. Да, точно был он, я вижу его внизу. Отлично. Максим, опять ты что ли? А, это я тебя убил? Да. Да, ну значит, Лёха меня ну, значит убил. Я. Ой, я попадаю в десятку, но могу скоро уже из нее вылететь. Не надо убивать. Надо, надо, да блин. А, ты террорист, что ли, ё-моё? Ты что думал? А, я забыл. Так, ну-ка, подземный проход. О, я в топ-4. Волосатые так. Ноги. Да ё-моё, да что ж такое? Лёха на втором месте уже. Лёха на первом месте. О, Лёха на первом месте, зашибись. А ты про этого призрака говорил, тут белый, да? Не дали мне его добить, не дали мне добить тебя. Я ни разу Лёху еще не убил, мне все время не дают убить его. Как будто игроки в сговоре с тобой. Блин. Ты что, блин? А, блин, я... What the fuck with you? Motherfucker! What the fuck is wrong with you? I love the scream. Meow meow, nigga. I know. Screaming freak. Пролезает это через долбанное огно, ё-моё! Я убил чувака, который мне помешал убить Лёху, прекрасно. А теперь мне надо бы убить самого Лёху. Блин. Дака. Дака. Заказака.ком. Спонсор этого видео заказака.ком. Переходите и подписывайтесь. Eat my street war. I'm glad that you got one kill, I'm proud of you. Whatever you say. Dumbass. Что ж делать, да? Oh my god, Полин. О, я убил какого-то японца, блин. Ай, блин. Японца? У меня ник японский, блин. Да, или китайский, не знаю, как их различать. I'll meet a man here. Аж дурак, за них не а, лагает. Не успел буду. Опять я. Скорпио, тело, ясно.
Я немножко не понял, что он сказал, но окей. А, блин, почти максимум взял. Он сказал, I love screaming. Он любит кричать. О, блин, уже за меня кто-то его убил. У вас так много. Как делают все? Да уж. Ну, да блин. Это вообще там лица вышли, блин. Да, но я стараюсь что-то хотя бы делать. А, это Лёха был. Да не дают мне Лёху убить. Это ж какого чёрта? А блин! Мяу, мяу. Да что ж такое, Лёха! О, еще опять чувак с каким-то дьяволом на аватарке, на первом месте. Дьявол. Ой, блин. Я убил. И я вылетел вообще за... Японцы. Хотя я помню, да. Я как-то побеждал пару раз в этом режиме. Дака, дака, закозака.ком, переходите, ссылка в описании. Да шучу. Покупал ладно. Одну игру. Под стоп ты обоснал. Блин. Дака, дака. .com. Drift Hell. Let me hear you scream. Thank you, my friend. Давай. Let me hear you scream. Это очень крутая песня Оззи Осборна была. Ой, а Лёха убил. Красавец. И ты уже на третьем месте. А Лёха на четвертом. Да е-мое, дака-дака-дака-дака. Отведай-ка силушки скорострельной. Фак. Ух ты. Дайте мне Лёху хотя бы раз убить, блин. Вон у тебя что там? Опять я дака-дака этого убил. Нет, нет, да блин. Two against one, fuck ass. Fucking shit. Да блин. И так вот, ой. Ой. О, Лёха, отведал силушки. Заспаунился, да. Давай, 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 давай. Давай, Альмир, немножко до первого места осталось. Блин, мне хотя бы на втором остаться. Ну, фукин чел. Чтобы... Да блин, ну что такое, опять дака-дака идут, блин. У меня со спины убивает тут тупой, то есть. Что ж такое? Иван Бкуев какой-то ему. Туп. Дака, дака, опять. 20 секунд осталось. Давай, блядь. Я заколебался спину убивать, реально. Заел. Боже. Да, похоже, не успеешь уже, да, но не успеешь. Возьми меня второе место, неплохо, хотя бы на нем остаться бы. Блин, третье место. Да их вот самые последние секунды. Властелин поле. Ну, ладно. Теперь на третьем месте, если у него всего на одно убийство. Чем мы выходим? И при этом смертей. Причем выходим? Подождите, мы выходим, нет? Ладно, короче, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем спасибо за просмотр. С вас и кто подписался с нас. Эпичный видос. Подписывайтесь на стримский канал, субтитры ВКонтакте и всем. Пока. Пока.